Торнадо Энерджи! Противник уничтожен. 2 дэмэдж. Здарова всем, ребят! Сразу же хочу сказать, что для всех, кто любит смотреть видосы с боями, в этом видео не будет, к сожалению, для вас боев. Здесь я вам буду показывать сайты различные, и это будет чисто информационное видео. Никакой полезной нагрузки в данную секунду для большинства из вас оно нести не будет. Но мне давно хотелось такой формат видосов записать, поэтому я делаю. Посмотрите, может, кому-то понравится. Итак, ребят, у нас в мире танков есть уже на протяжении, наверное, полугода такой сайт, как Tank Rewards. Это танковые награды. Я английский, у меня perfect English, как говорится, поэтому если я что-то неправильно произношу, ну прям сильно ногами не пинайте. И вот по этой надписи можно заметить, что сайт находится в стадии бета-тестирования. Тестируют, насколько я помню, его еще с весны 2019 года. И, в общем, что, вот он все еще работает. И работает, к сожалению, не у нас. То есть он работает в Европе, в Америке, даже в Азии, вот, но не у нас. Значит, это у нас... Ну, понятное дело, почему вот эта вот, например, акция у нас отсутствует. Потому что здесь написано, что с 1 октября по 21 октября как раз-таки работает вот эта штука. И посвящена она объединению Германии. Вот. Тут так и написано, что возвращается в Европу, ну, в связи с историческими событиями. Что из себя вот эти танковые награды представляют? Примерно то же самое, что мы с вами видим и в клиенте игры. То есть ежедневные миссии, например, сыграть один бой, выполняется один раз в день. Награда тут вот 100, танк ревардс токен, какие-то маленькие ремкомплекты, огнетушители. Выполняется только на немецкой технике, это конкретно данные, да, от второго уровня у танков и выше. Только в рандоме, в генеральном сражении и так далее. Вот, миссий несколько, то есть вот, например, «Ветер перемен», «Looking for Freedom», вы поняли, да, про свободу здесь, «Победить в битве». При этом попасть в топ-10 своей команды по опыту. Получаете 10 штучек. Вот. Часть вторая. Победить в битве, попасть в топ-10 своей команды по опыту. Здесь еще какие-то дополнительные, видимо, есть ограничения на технике со 2 по 4 уровень. Вот. 20 токенов получаете, да? Ну и так далее. По 20 токенов, награды какие-то такие чисто символические здесь присутствуют. Вот, потом свобода 1. Так, быть топ-3 игроков в своей команде по опыту. Один раз в день на технике 9-10 уровня получаете по 40 токенов. Ну и, соответственно, тут еще есть одна задача Freedom 2. Тут целых 100 токенов можно получить. Опять же, на технике 9-10 уровня. Premium Vehicle Only, German Vehicle Only. То есть только на немецких премах, что ли, получается ограничение. Или-или, вот не знаю. Короче, набираете вот эти токены и дальше получаете награды. Смотрите, за 500 токенов, здесь показано, сколько накоплено, я-то не играю, у меня 0 накоплено. Интересная вещь, вы можете выбрать сами себе награду. Либо, например, 12 бустов на 1 час дополнительного опыта, либо 8 бустов плюс 100% опыта, но на 2 часа. Получается, как бы суммарно здесь на 1 час 12, а здесь 16 получается. Но здесь надо всего 8 бустов вы получаете, то есть 2-часовые сессии надо отыгрывать. А можно взять 4 буста на 2 часа и 6 бустов на 1 час. Ну и плюс слот в гараже и 10% скидочный купон, я не знаю на что. Это уровень первый. Потом докачивайтесь уже, когда первый уровень проходите. Открывается второй уровень. И здесь вы уже можете обвесы на танки брать различные. Видите, слот в гараже и уже скидку 15%. Потом доходите до третьего уровня. Здесь всякие... немецкие, ну, так как это немецкая вся фигня, это, еще раз говорю, в Европе проходит, купон на 20% скидку везде, слот в гараже, но можно брать как германские, немецкие, говорю, германские, блин, как немецкие чертежи, так и немецкие универсальные, так и только универсальные, да, то есть вы сами выбираете, что вам важнее.
Ну и, наконец, на четвертом уровне прохождения вот этого, ну, назовем его, типа, марафон танковых наград. Вот. А, вот, кстати, так видео и назову, марафон танковых наград. Вот, вы получаете либо танчик третьего уровня, ничего особенного, да, плюс к нему дополнительно слот в ангаре, здесь плюс слот в ангаре, либо вместо него можете взять 3 дня премиум аккаунта, плюс 1 день танкового премиум аккаунта и слот в ангаре. Как бы, не очень жирные призы, согласен, но сам факт интересен, то есть это как бы на сайте все это работает. Я не знаю, как отсюда забираются награды. Скорее всего, вы просто-напросто здесь смотрите, а они отображаются у вас где-нибудь в клиенте игры. Это первый сайт, про который я хотел с вами поговорить. Меня очень радует то, что здесь бета написано. И то, что этот сайт зарегистрирован для Азии, для Европы, для Америки. И он же сайт с названием Tank Rewards зарегистрирован для RU-региона. Но для RU-региона он сейчас не работает. Я к чему вам это показываю? Надо бы попинать разработчиков, что я как-то, ребят, ну, вещь-то интересная. Да, тут жира никакого особого нет, но посмотреть на это стоит. И я думаю, в RU-регионе многим бы понравились к нашим каким-нибудь, типа, советским движухам. Хотя, может быть, эта альтернатива давно реализована в клиенте, а я сейчас просто зачем-то по сайтам гоняю. Ну и, значит, переходим ко второй части. Еще один сайт вам сейчас покажу. Значит, смотрите, сайт чисто я вам показываю, чтобы вам было интересно. Смотрите, написано «Снятие перманентного бана в World of Tanks». Привет, танкисты, мы пошли игрокам навстречу. Помните, разработчики говорили, что они обдумывают о том, что хотят снимать перманентный бан, да? И проводим амнистию ввод. Это значит, что вы можете воспользоваться услугой и снять перманентного бан в World of Tanks прямо сейчас. Достаточно... Большое количество игроков теряет свои аккаунты ежедневно, кто-то от нечестной игры, кто-то из-за использования запрещенных модификаций, а кто-то и вовсе за ботоводство. И в общем, смотрите, дальше. Снятие бана, официальная инструкция. Чтобы снять блокировку с аккаунта, вам необходимо написать в ЦПП, необходимо написать в ЦПП, но делать это нужно необычным способом. Необычным способом. А путем написания обращения на электронную почту. Вот электронная почта, support, World of Tanks и так далее. Вот, надо написать ник аккаунта, электронную почту, с которой он зарегистрирован, страна, провайдер, свой номер мобильного телефона, причина блокировки аккаунта и так далее. После того, как вы написали, можете отправлять письмо, наш сотрудник проверит полученную информацию и вынесут решение по вашему аккаунту. Ответ вам придет на тот же email, с которого вы писали обращение. Обычно ответ происходит в течение 12 часов. Если по какой-то причине ответственное сообщение не видите, проверьте папку спам. Важная информация. Если на вашу заявку поступит положительный ответ, то вам будет предложено оплатить штраф. Размер штрафа 7000 игрового золота. Оплату нужно проводить по реквизитам, которые вам предоставит наш сотрудник. После оплаты на ваш счет в игре поступит 3500 золота. Сама процедура разблокировки занимает 3-5 дней. Ребят, сейчас кто-то из вас сидит, типа, а, картошка, такие уроды, за 7000 золота снимают бан с читерастов. Кстати, можно было так назвать это видео, но я просто не хочу вас троллить. А те, кто повнимательнее, те уже обратили внимание, что почта, на которую надо писать, была ru.com. То есть это... так называемый сайт-фальшивка, сайт-подделка. Если мы будем ходить по различным там вот этим вот вкладкам и так далее, мы будем попадать на оригинальный сайт. Вот. Но здесь доменное имя отличается от доменного имени непосредственно самого сайта World of Tanks. Знаете, что в этой всей ситуации забавно? Ну, это мошенники, понятное дело, но, к сожалению, таким же способом продают и всякие прем-танки типа Е25, и многие не смотрят на доменное имя, а я вам советую туда чаще смотреть, и покупают типа прем-танки, а потом пишут в ЦПП Wargaming, почему я купил, а мне ничего не пришло. Ну, примерно. У меня таких случаев полная почта, ребят. Серьезно, мне пишут типа, кинули, а я говорю, ну, как бы, да. Что я-то могу поделать? Вот. Ну и здесь забавно то, что тех людей, кто поступает нечестно по отношению к игрокам,
и кидает их, грубо говоря, на удовольствие от игры, пытаются кинуть на деньги. Я не знаю, кто повелся из тех, кто был перманентно забанен. Вот, но я вам решил этот сайт показать, чисто, ну, угарнуть. И, может быть, кто-то для себя там отметочку сделает, что не стоит на подобное вестись. Ладно, ребят, вот такой вот день сегодня. Мне не хочется записывать какие-то видео с боями. Вот захотел с вами такой информацией поделиться. Все, у меня сегодня днюха, я ушел праздновать. Меня сегодня завалили поздравлениями. Еще раз вам спасибо за это огромное. Подписываемся на канал. И до скорых встреч.